Привет, друзья! Я тут решил снять немного необычное видео. Мы только что отсняли полноценный ролик, и мне тут пришла одна посылочка. Вот, ну, поскольку это лайв-канал, я тут что хочу, то и делаю, и не парюсь о просмотрах и так далее, поэтому я решил это все заснять и вам показать. Во-первых, давайте тут мы все уберем лишнее, уберем ноут, уберем фейка. Вот, и, собственно, вот коробка. Я ее еще не открывал сам и не смотрел. Тут она немного вскрыта, потому что моя жена ее открыла и посмотрела, но это было без меня. Вот, и немного расскажу вообще, что это такое. Вы, конечно, уже видели на превьюшке, но краткая предыстория. Мне в Инстаграме рекламируют в основном какую-то постоянную фигню. Каких-то астрологов, каких-нибудь экстрасенсов или какие-то сомнительные схемы заработка. В общем, почему-то выбирает Инстаграм именно мне вот такую рекламу. Но тут они мне порекламировали такие стеклянные шары с различными лазерами внутри, выгравированными космическими объектами. И, ну, мне показалось, так забавно это выглядит, но там это стоит каких-то достаточно конских денег, там 50, 60, 100 долларов, и там даже со скидками это там 40 долларов, ну, тоже достаточно много. Ну, и я подумал, наверняка что-то такое есть на Алиэкспрессе, и, собственно, вот я нашел и заказал, и давайте, собственно, посмотрим. Мне просто интересно вообще, что за эти деньги будет. Стоило это где-то, по-моему, рублей 600, вместе уже с доставкой, со всеми делами. Да, мне интересно, как это все дело выглядит, какого это качества, что там вообще внутри этого шара. Может быть, там какая-нибудь неправильная солнечная система. Да. Да, да, я, конечно же, не распаковческий канал. Я когда распаковывал свою серебряную кнопку, тоже неправильно открыл коробку. Так. Окей. Ага, здесь уже нарезано. Ага. Я тут на камеру смотрю, на другую, вот здесь вот лучше. Я почему-то думал, что он будет больше, но выглядит забавно. Вот покажу на крупную камеру. Мы сейчас еще отдельно подснимем крупный план. Так, и у нее здесь в комплекте подставка со светом. Так, вот так это делается. Так, ладно, давай коробки все уберем. Сейчас посмотрим, как это работает включенное. Так, здесь, конечно же, микро-USB без блока питания. Да, нужен блок питания. Так, где у меня рюкзак? Сейчас посмотрим. О, у нее еще и свет переливается. Ну-ка. Сейчас мы, наверное, выключим лишний свет и посмотрим, как это выглядит, и надо будет крупный план подснять. Но скажу сначала я пару впечатлений. Выглядит забавно. Такой стеклянный шар, все это лазером внутри выгравировано. У меня такое ощущение, что он немного не по центру. Как будто бы солнце чуть-чуть смещено. Интересно, вот те, которые за 70 там и больше долларов, насколько сильно отличается качество. Подписаны планеты. Вот. Ну, очевидно, что масштаб не соблюден. Дело понятное. Я вообще редко какие-то такие штуки покупаю, но вот тут мне захотелось, показалось, что это выглядит интересно. На Алиэкспрессе их полно всяких разных. Естественно, это никакая не реклама, мне никто за это не платил. Вот. Они там есть с подставками, без подставки, с подсветкой, без подсветки. Разные объекты, не только там есть солнечная система, есть галактика, ну, много еще чего. Итак, вот мы выключили свет, и сейчас посмотрим, как это все дело в темноте выглядит. Да, конечно, в темноте намного круче. Возможно, у вас есть небольшое мерцание на экране, на самом деле этого мерцания нет. Вот так вот солнечная система переливается разными цветами, и, собственно, планеты и орбиты выглядят. Симпатично, как сувенир для любителей космоса, как такой небольшой подарок, почему бы и нет. Вот, ну, в принципе, больше тут особо говорить нечего, выглядит клево. Вот, так что всем спасибо за просмотр,
лайв-канал. Что хотим, то и делаем. Пока.